Да, самое страшное место, это как раз шейный отдел, да, все боятся. Ну, мы с вами профессионалы, мы знаем, что ничего не будет. Еще раз просто повторюсь, вопрос-то затронул, да, а можно ли там не туда поставить, наоборот, как бы испортить, наоборот, да? Ну, можно, да, но не нужно этого бояться, потому что человеческий, ну, вы как профессионалы должны воспринимать человеческий скелет как конструктор, да? Если что-то сместилось, нос выбили, да, надо что сделать? Надо ударить, чтобы он выбил, ставил обратно. Часть угла, поставить обратно. Ладошками зажимаешь и так назад. Ну, в принципе, ставят, да. Я видел, даже пятками ставят. Всегда пятка так лежит человек на навзничь, конечно, пяткой ему нос вставляют обратно. Так что, если даже что-то повредится, да, вы клиенту объясняете доступно, что ничего страшного, мы в следующий раз или там, ну, когда вы будете готовы, да, поставим обратно. Теперь смотрите, вот у нас воздействие только на 6-7 шейный позвонок и 1-2 грудной позвонок, да? Только на эту область. Например, они сместились у нас, ну неважно, какой еще, любой, сместились вот сюда, да? В эту сторону. Значит, мы должны в эту сторону делать воздействие. Чтобы в эту сторону делать воздействие, голова лежит практически параллельно, да? Немножко, чуть-чуть вот мы ее вот так вот. То есть растянули противоположную сторону, поняли, да, для чего это делается? А эту рукой просто придерживаем, по сути. И давим достаточно резко вот сюда. Либо с этой стороны делаем, да? Но воздействие у нас будет теперь вот такое. Еще раз просто повторю, да, для камеры. Что не все приемы у вас сразу сработают в работе, чтобы так раз, и вуаля, там я волшебник, да? Поэтому иногда надо доделывать в другой позе, вертикально, стоя, лежа, там по-всякому. Да? Поэтому у вас в арсенале тоже должно быть достаточно их. Также мы думаем, ну, в смысле, представляем, что мы давим на эти позвонки в эту же сторону, да, но растяжка у нас опять идет с этой стороны, с противоположной, да? Но мы теперь скручиваем в обратную левую сторону. Вот так, уже где-то хрустнул, да? Вот. Поворачиваю теперь голову в обратную сторону. И то же самое, если мы увидели, что позвонки смещены сюда, влево. Попробуйте его теперь сделать. И в ту другую сторону. Так, ну если закрепим до конца, да. Можно я повторю, а потом это. То есть, если они туда, соответственно, сюда мы упираем. Да, движение в противоположную сторону. И растягиваем. Растягиваем вот это. Да. Вот такое растяжение. Да, да, да. Ну, это рука просто придерживает. Да. Вот сюда. Да. Угу. Либо второй вариант. Либо, значит, они смещены сюда. Мы меняем положение следующее. Подожди, с корпусом тела тоже повторюсь с этой стороны. Ты менял руки. Не, когда ты встал отсюда. Так. То есть получается 4 положения корпуса тела с двумя. Но это при условии, если они уже смещены в обратную сторону. Тогда мы вот сюда. Да нет, ты уже по другой говоришь. Сначала закрепи вот это то, что делал. Другой. Подожди секунду, сейчас. Значит, если смещены туда, упираемся сюда, просто поддерживаем. Да. Есть. Да. Второе. Второе, когда ты стоишь со стороны головы. Ну, то же самое делаешь, можешь поменять руки. Да, вот так. Да, ты просто ясно. Автоматически. Ну, меняются руки, да. Это естественно происходит, да? То есть да. Даже. При условии туда смещены. Если они смещены сюда, значит здесь следующее. Отсюда, сюда. Раскрываем голову. Да, да. Раскрываем. Раскрываем да, голову. Да. И. Да, вот так вот. Ага. То же самое. Понятно? Да. Ясно. Ну и также ты можешь стоять с этой стороны, тогда вот с этими руками. Да. Ну, мне кажется, что вот это более удобно. Да, и вот так вот за горло не хватает, то передаешь. Да. Не за горло, а вот мягко в челюсть и вот. Вот, если не хватает силы там ваших пальцев, да, то прям можете вот как бы большой палец, тыльная часть его, да, прям его вот так вот ставите кулаком, чтобы. Да, ну что там? Надо это мышцы, да. Ищите упор, дополнительный упор. Скажите для меня, как позвоночник там вставляете. Режем. Вот, да. Логика, ты правильно сказал, то же самое, что здесь. Повторяю просто для камеры, да. Если позвонок у нас смещен, мы с противоположной стороны от него вот, смещен в эту сторону, да. От него растягиваем и вверх. А вот с этой стороны вставляем. Да. Значит, у тебя, вот, например, он смещен сюда, на нас, да? Значит,
находишь, как тебе могут переться пальцем и запястьем. Вот это вот. Это тоже, да.